Добрый день, друзья! Это второе видео по диску ВП. Значит, как его использовать? Вот многие говорят инструкции, как что делать и так далее. То есть я показываю на своем диске вот этот диск еще раз. То, что мы реализуем. Вот он как выглядит. Сейчас мы возьмем так аккуратненько. Серединка. Вот диск ВП. Там внутри находится устройство для его, чтобы удобно было держать, то есть вот таким вот образом, вот такой диск черный, вот, ну это мой опытный экспериментальный, вот я им пользуюсь, видите, очень часто, почти каждый день, точнее каждый день получается, вот такой диск, вот, в чем смысл, то есть когда вы, значит, как им пользоваться, в чем смысл, то есть вы снижаете ВП жидкости. То есть вот таким вот образом берете стакан, да, и внутри, то есть наливаете сюда горячую жидкость, вот, и там начинаете этот диск перемещать от верха чашки до дна. Вот таким вот образом вы этот диск начинаете перемещать в жидкости, в горячей жидкости или в холодной, какую возьмете. Вот одной ручкой держите и перемещаете туда-сюда. Вот, несколько минут. Вот, и ваша вода становится с отрицательным ОВП. Очень простой. Потом убираете, протираете его хорошо. Вот, вытаскиваете вот, так, вот эту штучку. Вот. Здесь все нужно протереть. Промыть его, протереть после использования. Вот. Таким вот образом вытащить, просушить. То есть он должен быть просушен. И периодически его обрабатывать в растворе с небольшом, где-то 40 градусов. Чуть-чуть тепленький раствор лимонной кислоты или другой кислоты, чтобы можно было вот снять вот эту вот как бы нагар такой. Вот часто это не делайте, делайте там, когда уже вот ну совсем будет он желтый, потому что диск расходуется. То есть вы продлеваете его жизнь, если вы как можно меньше будете этот, вот эту операцию делать. То есть опустили, промыли, он будет так. Будет металлический блеск у него. И можно использовать снова для воды. То есть перемещаете. Здесь сделаны специальные дюзы. Для того, чтобы вода закручивалась. То есть вот здесь вот вариант. Такой, что мы его изготовили. Чтобы можно было активировать воду. То есть происходит химическая реакция. Вот здесь все это пищевое. То есть это не вредное для организма. Вот не волнуйтесь. То есть вы... Туда его раз, происходит химическая реакция, снижается ОВП очень резко. Вот причем в горячей воде, потому что реакции, химические реакции в нагретых жидкостях, в нагретых средах идут быстрее. То есть температура – это ускоритель реакции. Вы получаете горячую воду, еще раз подчеркиваю, с минусовым ОВП. Это уникальная вещь. То есть вы такого нигде не получите. Никогда. Если будете там многие там я на яблоке, на чем-то еще, воду там сутками настаивают. Ее можно пить только горячей. Как только вы ее вскипятили, у вас ОВП перешел в положительную область. Вы никогда не получите горячую воду, настаивая напитки различные, там, на зерне, там, на яблоках, еще на чем-то. Вот, с отрицательным ОВП. Вот отрицательный ОВП может дать только вот это устройство. Вот. И горячий вот этот вот напиток выпили, потому что если вы выпьете горячий напиток, не обработав, то вода очень плохо усваивается, потому что она содержит потенциал от положительного характера. И она, организм должен потратить энергию на то, чтобы эту воду привести в состояние отрицательное. Здесь же вы сразу эту воду подготавливаете этим диском. И значит, этот диск позволяет именно... привести воду в такое состояние, в которое вы можете быстро ее полноценно усвоить. То есть количество воды у вас в организме увеличивается. Соответственно, увеличивается возможность клетки выбросить метаболиты, то есть отходы, вывести их из организма очень быстро, потому что воды много, и она циркулирует. Вот, со временем воды становится меньше, и возникает воспалительный процесс. Воспалительные процессы снижают продолжительность жизни. Можете у меня посмотреть на ролик, который именно посвящен, он очень короткий, где-то 3-4 минуты, где об этом говорится. То есть это научное открытие или достижение, или,
скажем так, исследование, которое показало именно, что, в общем, наша жизнь сокращается за счет того, что именно вот накапливаются вот эти вот все проблемы и с внутренним состоянием клеточных структур. То есть вот биологический возраст, он как раз и характеризуется вот этими параметрами. Вот. И диск ОВП, он решает эту проблему. То есть эта проблема решается. То есть вода в достаточном количестве повышается, меньше воспалительных процессов, вы меньше болеете. Вот, и чувствуете себя хорошо и прекрасно. Даже вирусные инфекции проходят очень быстро. Вы удивитесь, что вы будете выздоравливать от гриппа в течение 1-2 дней без последствий. Это я вам гарантирую, потому что у меня такой же эффект. Вот, и уже много раз я подтвердил. То есть вы можете вообще, как бы заболев тяжело гриппом, тяжело в кавычках, можете выполнять работу и так далее, то есть не прерывать свою трудовую деятельность. При этом, то есть, проходит болезнь, да, там, может быть, какие-то будут неприятные ощущения, все равно, как бы, вирусная инфекция пытается захватить организм, вот, но так как вся клеточная система находится в хорошем состоянии, в том числе иммунная система, вот, она очень быстро справляется с этой проблемой. Вот, без последствий, без всяких осложнений. То, что многие там по 2-3 недели валяются в постели, там, с высокой температурой и прочие-прочие все вещи. Вот, это, вот эти средства, которые мы предлагаем, позволяют именно избежать вот этих проблем и чувствовать всегда себя хорошо. То есть набор средств – это диск ОВП, приграничная вода, Экут Энерджи. Все вот это в совокупности – позволит вам не болеть. Ну и плюс Бластофа. К сожалению, Андрей Георгиевич ушел от нас. Вот. Но Бластофа у меня еще остался, и вы можете его приобрести. То есть по одной капле в нос в период обострения сезонных заболеваний, вот, обеспечит вам поднятие так называемого клеточного иммунитета. То есть если в клетку попадает вирус, он уже не сможет там размножиться, а клетка просто войдет в процесс апоптозы, то есть гибели. То есть не позволит вирусу размножаться. И вот этот процесс очень быстро прекращает заболевание. То есть заболевание длится несколько, буквально, может быть, даже и часов. То есть очень быстро, значит, организм справляется с вирусной и бактериальной инфекцией. Потому что и бактериальные то же самое связаны с иммунной системой и так далее, с реагированием. Вот то, что я хотел сказать. Диск ОВП. Очень простое устройство. Есть в наличии. Вы можете и поучаствовать в инвестиционной программе, которая будет длиться до 21 декабря. Если вам дисков по какой-то причине не хватит, а сейчас я изготовил их и удовлетворю тех людей, которые вложились заранее, я буду на этой неделе рассылать диски ОВП тем, кто оплатил их у меня ранее, и на средства которых я эти диски выпустил сейчас, вот, естественно, доложив свои средства, вот, вы можете их приобрести. То есть они сейчас в наличии есть. Если вдруг они закончатся, вот, значит, до 21 декабря вы их получите. То есть, может быть, во второй серии. Но торопитесь, они еще есть. То есть вы можете их приобрести. Вам еще и хватит. Вот, это в течение нескольких дней, потому что их очень быстро разбирают. Вот, кто успел посмотреть это видео, обращайтесь. То есть под видео будет адрес. Электронной почте пишите, я хочу купить диск ОВП, отличный подарок. Значит, вам будет вот в такой коробочке этот диск отослан. Значит, чем он интересен? Это эбонит. Эбонит, где вы можете еще дополнительно использовать его. И там внутри стоит магнитная система. То есть, это фактически диск-целитель. Вот эта коробочка еще плюс к тому же диск-целитель. То есть, это два в одном. Массажер и диск ОВП. То есть вы получаете два изделия. Этим изделием вот коробочки прям можете массажировать. Можете разделить его на две части. То есть это будет два массажера. Вот один и второй. Вот везде здесь стоит магнитная система. То есть вот этой частью массируете. Вот так вот. Вот. Ну можно это, то есть оно здесь магниты есть. То есть и здесь есть магнитная система. То есть это диск. Два диска вы получаете. Два диска целитель. Еще раз подчеркиваю, два диска целитель и диск ОВП. То есть, фактически три изделия, которые вы можете использовать для оздоровления. То есть, три изделия по одной цене. То есть, это супер предложение, которое
Но я даже не знаю, как его оценить. То есть это три изделия, еще раз подчеркиваю. Два массажера и один диск вы получаете по одной цене. Вот такое вот уникальное изделие, которое даст вам возможность и проводить массажи, и оздоравливаться, насыщать свою воду полезной водой, и холодной, и горячей, и отварами. Отвар активируется, лучше идет экстракция, кстати. То есть, когда вы берете траву какую-то, завариваете, вот этот диск вам позволяет лучше вытянуть все полезные вещества из этого самого, потому что вода становится активной, и она вытягивает все. То есть, вот у меня есть технология холодной экстракции трав. Вы можете размолоть порошок, траву. Вот я вам даю рецепт, как приготавливать супер отвар. Не кипятите отвар, а делайте порошок, мелкий порошочек такой вот. Вот, берете в холодную воду, ну не в холодную, где-то 20, 22, 23 градуса, такая чуть-чуть комнатной температуры, и обрабатываете диском ОВП. Вот, в течение нескольких минут у вас получается отвар травы. Причем он активный, там ничего не разрушается, все энзимы, все сохраняется. То есть это супер будет отвар, который у вас будет еще эффективнее в 10 раз работать, чем если вы это все по 20 минут кипятите, все там убивается, разрушается, вот, и ничего вы хорошего не получаете. Вот такой вот диск, уникальный просто диск. То есть это, я считаю, супер изделие, которое мы вытащили на рынок. Вот это нигде вы не купите, и нигде аналогов его нет. Это наше ноу-хау. Вот. Этот диск, который вы можете приобрести к Новому году, это шикарнейший просто подарок, вот поверьте мне. Людям, если вы все объясните, как это работает, просто вас будут обнимать, любить, потому что люди, которые начнут им пользоваться, начнут омолаживаться, они будут меняться. Никакой дорогой косметики не нужно и так далее. Подтяжек и прочее, прочее. Обработайте проблемные места, выпейте водички, отвара какого-то, и будете идеально выглядеть, особенно женщины, кто заботится о своей красоте, хотят хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть, быть активными. Вот, наши дорогие, милые женщины, которым мы очень любим, мы им хотим только добра, вот, чтобы они всегда нас радовали. Поэтому вот это изделие, дорогие женщины, это для вас. Ну и мужчины тоже. То есть здесь тоже как бы можно и обрабатывать и суставы больные и так далее, и места ушибов. Вот, быстро все будет проходить, и все как бы, те же ушибы, синяки какие-то, вы работаете, там где-то ударились, что-то вывернули, берете диск и начинаете массировать, 10-15 минут, вот, каждый день, и в течение 2-3 дней никаких у вас не будет проблем. С эбонитом сделано еще и икуты. Икуты есть из эбонита, в эбонитовом корпусе, тоже массажеры, приборы, это для мужчин. Есть ЭА1, так называемый прибор у меня. Он в наличии, отличнейший подарок к Новому году мужчине. Он будет носить, у него будет массаж, то есть постоянно будет вот это вот как бы процесс магнитного и электростатического обработки поверхности кожи. То есть будет формироваться вот этот отрицательный заряд электронов. Вот, и вы прекрасно себя будете чувствовать. Плюс работа резонатора икута. То есть там мы можем по желанию стандартный ставить резонатор или новый, Energy. Вот, и вставляете Energy, соответственно, еще энергия у вас намного больше. Вы выполняете работу, бегаете, прыгаете, там, копаете и так далее, при этом не уставая. Вот, и последствий у вас практически не будет никаких после того, как вы все это сделаете. Вот то, что хотел сказать. Уникальное устройство, диск УВП. Пользоваться я вам рассказал как. Спасибо за внимание. До новых встреч.